Входит Юля Барсукова, делает свое упражнение с мячом, которое, по признанию многих, уже не художественная гимнастика, а уже искусство. Когда-то я ей сказала: Юля, пока ты будешь в гимнастике, ты будешь делать умирающего лебедя. Поддержка на спине, которую до сегодняшнего дня никто сделать не может. Видите, какие чистые линии, законченные, какие стопы и огромная внутренняя сосредоточенность и вхождение в образ. Вот это сложнейший элемент, перекат по трем частям тела. Все докручено, все сделано грамотно. Руки как крылья. Вот удар мяча в спину, как бы последний по образу умирающего лебедя. А вот ее коронный номер, где она вращается с мячом, зажатым в стопе. До сегодняшнего дня тоже никто этот элемент повторить не может. Он сопровождается всегда громкими аплодисментами зала. Вот она после этого упражнения где-то секунду не знает, где она находится, в зале ли, или вообще в другом измерении, по ее собственному признанию. В повторе вы можете видеть еще раз то, о чем я говорила, о чистых линиях, о том, что выразительность у нее и техника совпали с музыкой, которую написал великий композитор и которую уже исполняют многие годы наши прославленные балерины. Вот сейчас это все в интерпретации художественной гимнастики. 9,9. Высокая оценка. А вот наша Алина.